Здравствуйте, мои золотые, мои родные, мои уважаемые подписчики, ну и те, кто просто заходит иногда на канал. Давайте с вами посмотрим, с вами Снежана, посмотрим, на что обратить вам внимание. По мнению высших сил, на что обратить вам внимание. В дне, в жизни, может быть, полоса у вас какая-то такая идет. Давайте для начала посмотрим, для кого, да? Для какого человечка, чтобы вы точно понимали, что именно к вам обращаются, да, высшие силы. Что, кому это предназначено? У кого сейчас на сердце тоска и печаль, да? Тучи. Сердце. Именно проблемы какие-то в сердечных делах. Подвисли вы на соцсетях, может быть, за кем-то смотрите, за кем-то можете наблюдать. А может быть, это говорит еще девочки о том, что бы ни происходило, да, почему-то, где бы вы ни были, но почему-то именно вот в чувственной сфере, да, у вас смута. Ощущение пустоты, такого напряжения некого даже, блуждение в тумане, вот так. На что надо обратить внимание? Если подходит, да, то это про вас. На что вам надо обратить внимание? Давайте посмотрим, на что. На ваши мечты. Может быть, вы здесь мечтали о чем-то, но знаете, мечтать это не говорит о том, что жить, да? Мечтать, подглядывая в скважину. Вот здесь скважина, девочки, есть красивая, да, такая карта очень красивая. И говорит о том, что вы мечтаете, когда мечтаешь, ты не живешь жизнью, да? Ты только проживаешь где-то в голове, вырисовывая, не знаю, там летящих птиц. Я не знаю, шум воды, природы, да, то есть здесь говорится, что на что вам надо обратить внимание, что надо жить, а тех, да, кто не мечтает, надо мечтать. Видите, как двояко, потому что общий, девчонки, расклад. Мечтать – это круто, мечтать нужно. Классно. Кто не мечтает, начинайте мечтать. Потому что когда начинается мечта, да, вообще вот зарождается мечта, это уже двигатель к тому, что что-то хочется. А когда что-то хочется, человек начинает двигаться. Но кто замечтался, то пора уже с этой стадии выходить, да? Надо уже переходить к каким-то действиям. Уже действовать как-то надо, да? Мне говорят, что вы уже пришли в гармонию. В гармонию. То есть в мечтах, да, отдохнули, посидели уже сама с собой. Может быть, уже на самом деле мечты уже перешли во что-то большее. Вы уже где-то побывали. То есть вы внутри уже все устаканили у себя. И что нужно делать дальше? Это принять какое-то решение, да, выбор. Принять. Какой дорогой пойти вам, да? Все-таки куда же вам идти? На что обратить внимание? Обратить внимание, девчонки, что в принципе, да, в конце тоннеля вашего, в конце тоннеля из темноты, которую вы выйти, чаша Грааля. Так говорится о том, что есть и чувства в конце тоннеля, есть наполненность в конце тоннеля, есть волшебство. То есть там есть все. Чашу Грааля, да, мечтают найти все еще. То есть это некий такой кубок, ну, даже, мне кажется, люди представляют, что там может быть. Но по мнению всех, это, ну, я не знаю, счастливое счастье. Это везение из везений. Это изобилие из всех изобилий. То есть вам, тот, кто не мечтает, девчонки, надо начать мечтать, прийти в мечтах к гармонию, сделать выбор дальнейшего пути. И этот выбор,
что бы вы ни выбрали, даже если это будут какие-то трудности, в конце вы получите ожидаемый приз, и это будет изобилие. Если вы засиделись в мечтах, то, девчонки, это говорит о том, что вы должны уже все равно найти дорогу, то есть все-таки обратить, не выйти из дома, можно сказать, да, это я так утрирую, да, выбрать путь. Но помните, да, вот на что обратить внимание вам надо, да, это на то, чтобы вы не боялись выбора, не бойтесь. Тут, в принципе, так и говорится, да, какой бы ни был у вас выбор, вы все равно найдете там свое счастье и свое изобилие.